Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня долгожданное видео Second Hand. Я, как вы знаете, очень люблю Second Hand, вообще я люблю просто шмотки, и просто даже люблю их не столько носить, сколько покупать. Не знаю почему, какой-то мой фетиш, я вообще в последнее время в себе очень много всего открываю. В общем, Second Hand это одна из моих таких вот жизненных приколюх и хобби, которая даже несколько потребностей убивает сразу. Это шопинг, это желание что-то купить. Это желание купить конкретно какой-то шмотки, потому что это входит в отдельную такую стезю. И это момент экономии. Я очень радуюсь, когда что-то классненькое, крутую вещь мне удается взять за копейки. Вы не представляете внутри, что я ощущаю. Но это не у всех людей, наверное, есть. Это вот именно у людей, которые любят вот прям вот... Так как мир, наверное, наш весь такой, да, нас заставляют переплачивать, нам навязывают всякие такие рекламы, бренды, очень много всего, и деньги, получается, из воздуха. Зарабатывают на нас, на наших слабостях, страхах, реклама, статусы и много-много другого. Ведь на самом деле для счастья нам немного надо, да, нам нужно, чтобы мы не мерзли, чтобы мы не умерли от холода, нам нужно, чтобы мы не умерли от голода. Ну и в принципе, ну а дальше уже, все приобретенное, мне кажется, такие вот именно для выживания потребности самые важные. Все остальное приобретенное и в каком проценте оно у нас нами манипулирует, в каком проценте оно внутри нас манипулирует, все остальные вещи, это уже, конечно, зависит от нашего окружения, воспитание, в общем, всего-всего, что за всю жизнь мы с вами накопили. В общем, секонд-хенд я люблю, потому что это дешево, и у нас такой секонд-хенд, который, в принципе, располагает всякими интересными вещичками, которые я люблю выкапывать именно на самой конечной распродаже, а это либо 500 рублей килограмм, либо 300 рублей килограмм. Конечно, люблю 300 рублей килограмм, но не всегда я попадаю на это. Вот, поэтому бывает, я даже иду, ну, пораньше, давайте, 500 рублей килограмм тоже нормально, да, можно несколько вещей взять на 500 рублей, где вы еще такое возьмете? Итак, давайте поедем, сейчас у нас очень много будет маечек и кофточек, что-то вот меня тянет все равно, вот даже одну сейчас покажу вещичку, вот такую вот такая маечка. Я люблю в секонде, кто смотрит мои секонды постоянно, вы уже, наверное, заметили, что у меня ни одна, ни две... И даже, по-моему, не 3, а больше вот такие маечки. Я очень люблю, когда нет никаких лишних бретелек. Я обожаю носить белье без лифа. Просто вот так вот в обтяжечку надел, и все, и ты красивый. То есть я люблю быстроту еще в одежде, и чтобы оно не мялось. И, короче, такие майки, в них можно и видео снимать. И еще смотрите здесь какой рисунок. Мне очень понравился. Такой меленький цветочек, белое с черным. Ну, мне кажется, даже классика. Мне очень нравится. Посмотрите, как смотрится. Ее сейчас я могу пока дома носить, может быть, какие-то видео снять, а летом я с удовольствием в ней погуляю. Дальше, раз уж мы пошли по маечкам, давайте начнем. Но, как вы видите, это юбочка. Это юбочка, но в качестве юбочки она мне не очень нравится. Мне она нравится в качестве такой же маечки. И причем я думала, эта резинка, может быть, будет как-то не очень красиво смотреться вот здесь на груди. Ну, вы знаете, нет, мне кажется, совершенно не портит. Горошек. Белый фон, черный горошек, мелкий. Мне кажется, это вообще классика тоже. И вообще сейчас в этом сезоне вообще актуален горошек, потому что много что я вижу продается в горошке и ходит. У меня давно-давно в горошек вообще Эль Саблоран была рубашечка, которую я успешно кому-то задарила, даже уже не помню кому. Но сейчас даже жалею об этом, потому что это был Эль Саблоран всего лишь, а не то, что это был горошек. Но не суть. Я взяла себе вот такую вот юбку, но как юбку я ее показывать вам не буду, я сразу ее покажу как топ. Мне кажется, она прекрасно подойдет, единственное, что сейчас я ее примеряла все с джинсами. То есть у меня моя юбка классическая, черная, с завышенной талией, она находится в магазине у меня. Я там примеряю одежду, она прям просто под все подходит, поэтому я ее туда оттарабанила. И сейчас у меня нет подходящей юбочки, чтобы мерить, поэтому все мерю под джинсы. Но вот так поверьте мне на слово, что под черную юбочку, еще если поясочек можно будет сделать, вообще будет замечательно. Она легенькая, и еще я люблю вот такие рюшки. Мне кажется, не кажется, а 100% такие рюшки, они увеличивают грудь. Я, как и любая девушка, в принципе, как многие, наверное, пытаюсь вечно увеличить себе грудь. И не побрезгую пушапами, если что, и рюшками. И пусть будет грудь большая. Дальше пойдем по маечкам. И я нашла вот такую маечку. Если честно, мне не очень нравится ее расцветка, но мне очень нравится ее моделька, то есть дизайн. Впереди она вот такая вот у нас с каким-то рисунком из страз. Видите? Вот. А сзади у нее вот такой вот такие вот надрезики. Написано «Париж», такая перевернутая Эйфелева башня вверх ногами. Не знаю, что бы это значило. Ну и в принципе она черно-белая, прикольная, но вообще так расцветка как бы не очень была бы, она однотонная, либо белая, либо черная, либо серая, было бы намного лучше. Но я взяла, потому что, опять же, видео снимать, может, пусть, короче, она мне понравилась, почему бы ее не взять, тем более килограмм 500 рублей. Вот я зашла во второй секонд, там был килограмм 500 рублей, вытянула на рублей 100, ну что нет-то. Следующий лот это юбка. Девочки, юбки я обычно не ношу, на самом деле. Не знаю почему, потому что мне кажется, они неудобные, ноги не раздвинешь, блин, не сядешь так, как ты хочешь, там, да. Юбки все время задираются, особенно такие в обтяжку. Не знаю, вот так, чтобы идти покупать себе юбку и отдавать за нее большие деньги, ну, это не мой наряд, в принципе. Но когда ты идешь в секонд-хенд, чем мне еще нравится секонд-хенд, тем, что мы можем экспериментировать. То есть есть какие-то вещи. Вот как вы заметили, если я куда-то еду и что-то покупаю, вы практически никогда не увидите у меня платье, потому что я поняла, что платье – это не мой наряд, опять же. Но когда я иду в секонд-хенд, я вижу очень много красивых платьев, и два платья у нас будет здесь, в этом видео. Да! Я понимаю, что это платье недорогое, даже если я его буду носить, а оно красивое, классное, то есть если я его не буду носить, то я не расстроюсь, что я дала за него деньги, и оно висит. Мне не жалко будет его подарить, не жалко будет отдать кому-то, да, вообще не, ну, как, вообще не жалко. И при этом я могу себя порадовать и посмотреть, буду я носить его или не буду. То же самое и с юбками. Я взяла вот такую юбку, сейчас у нас осень. Я подумала, что, например, под лосины, потому что я люблю носить лосины. Классно будет взять такую юбочку. Я люблю, кстати, знаете, допустим, какие-то там такие сапожки, полусапожки, значит, какие-то лосины утепленные, юбка будет, свитерок какой-то, такой немножко, знаете. Может быть, юбки и не надо было вообще одевать, но ее как бы такой, как еще дополнительный такой для нагромождения. Я люблю такие немного нагроможденные образы, когда, знаете, тут висит, там висит, там висит, там свисает, и ты как бы такой вот весь такой небрежный идешь. Ну, я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Короче, юбочка вот к этому образу, она как раз-таки будет еще и шарфик сделать, и рюкзачок повесить, и вот оно такое что-то такое небрежненькое. Вот. Но сама по себе юбочка серая, классическая, она такая вязаная, с каким-то интересным рисунком даже сделана. Она мини, в обтяжечку. Ну, у меня такой не было, но мне очень понравилось. Я решила взять. Почему нет? Я попробую посочетать образы. Может, получится прикольно. Дальше я все время поглядываю, вот, кстати, это в секонд-хенде, пайетки, платья и еще какие-нибудь необычные такие вещи, которые я точно вообще нигде не покупала, и тут что-то типа того, типа рыбацкой сетки, одежда типа рыбацкой сетки. Я взяла себе, даже это не мой размер, это вообще размер L, но я взяла себе, мне нравится, лиф черное дело, да, хоть я не люблю носить лифы, но все равно, мало ли под какой образ там подойдет. Одела лиф и вот такая сетка. Она, кстати, немножко такая, знаете, еще с каким-то напылением, таким прорезиненным, то есть она немножко так еще и как бы подсвечивает, что ли, как, не знаю, видно вам, нет, типа как лак, что ли, лаковая такая сетка немного впереди, ну а сзади ровненькая. Ну, мне кажется, стильненько. Сейчас я вам ее покажу, я ее мерила под джинсы. Она, честно говоря, будет смотреться хорошо под мою же вот ту классическую завышенную. То есть что-то завышенное, черное внизу должно быть, потому что когда живот и пуп видно, это не очень красиво. Но вы посмотрите как раз в смешном варианте. Еще у нас в секонд-хенде есть отделы специально, где есть большие размеры. И я иногда все время хочу что-нибудь взять маме. Но с какой целью? Мама у меня такой человек, который, вот знаете, вот он нашел какие-то вещи еще давно, не буду говорить сколько лет назад, да, полюбил их всей душой, привязался к ним и ни за что их не отпустит, и будет любить, стирать, лелеять, хранить, и все. И очень сложно... ну, как бы что-то новое заинтересовать какой-то вещью. То есть у меня мама не шмоточница, заинтересовать ее какой-то вещью очень сложно, она должна тоже там по всем характеристикам ее, по всем требованиям вещь должна пройтись. Но, а мне так все время хочется чуть на маме новенького увидеть, если честно, то так, то сяк. Раньше она модничала, а потом в какой-то момент перестала. Ну, в общем, секонд это такое... Я один раз зашла в магазин, я говорю, мам, давайте я подберу что-то на свой вкус. Подобрала ей одежду, потратилась там. Прихожу, ну она так тактично, конечно, ой, ну вроде ничего буду носить, ой, вроде ничего буду носить. А потом я со стороны еще и поснимала, так смотрю, что ну не ее это вещи, да. Ну и она на следующий день так аккуратненько мне призналась, что как бы, ну вот, наверное, лучше пойти вернуть. Я пошла, все эти вещи вернула и поняла, что она должна сама вещи идти покупать, но желания у нее самой покупать их нету. В общем, я все равно должна ей как-то покупать, но надо покупать так, чтобы было не жалко деньги, понимаете, которые мы просто либо будем ходить менять, либо просто вещь будет лежать. Поэтому секонд-хенд нам в помощь, тем более мама планирует у меня снимать видео, я тоже хочу, чтобы она эту стезю как-то изучила, узнала, ей тоже есть чем поделиться со зрителями, с вами, и я думаю, что она в видео должна находиться по-разному, правильно? Не в одной и той же своей любимой кофточке, понимаю, что она ее очень любит, и потихоньку я уже там ей подгоняю какие-то вещички, где-то вижу, если, ну, например, секонд одно из мест, где можно поэкспериментировать, и что-то, если я увидела симпатичное, приобрести маме. Не факт, что она будет это носить, но, может быть, хоть видюшку она снимет в этом. В общем, мне понравилась вот эта кофточка. Немного моей маме было, да? Мне понравилась вот эта кофточка. И, честно говоря, когда я ее померила, это размер, я не знала, какой девочки, но 40, 42. Написано 42 размер. Может, это как, знаете, по европейским там, но это не 42, это, я не знаю, 3XL, наверное, 2XL, большая кофточка, но у нее такой какой-то пошив и такой дизайн, что, в принципе, она и на мне хорошо смотрится, и если мама не захочет ее носить, мне кажется, я могу ее даже как-то, ну, во всяком случае, видосы в ней снимать или вот что-то интересные образы какие-то делать. Куда, конечно, вы спросите интересные образы, сама не знаю, но... Интересные образы хочу, но мало ли куда, пригодится. Короче, вот так я все вещи и покупаю себе. Нежно-розовый цвет она очень любит. Что-нибудь, чтобы что-то блестело, она очень любит. А я люблю, когда блестит что-то вот, вот так вот, видите, неявно, очень красиво. Рукавчик немного удлиненный, это натуральная ткань, что ей очень важно. Это вот либо вискоза, либо какой-то вот такой трикотаж, но он очень мягкий, то есть вот, может быть, хлопок с добавлением чего-то вот мягкого, тянущегося. Но у меня прям здесь открыты плечи, очень, не знаю, как она будет маме, но я вам покажу ее на себе. Но мне она очень нравится, и если мама не захочет, то я ее себе оставлю в любом случае. Следующее приобретение — это пайетки. Это вот такая невероятная маечка. Они, как вы знаете, модные в этом сезоне у нас были. Из разных материалов. Вот такие вот маечки свободные. Only One, кстати, фирма. Размер 36. Как раз мой размер. И она прям, знаете, она прям такая вся в мелких пайетках, таких интересных. Такой красивых, шоколадный, горький шоколад цвет. И вот почему я люблю пайетки? Пайетки меня они меня кидают просто в фантазии. Кидают меня в фантазии, где я представляю, это одна из картин таких в моей жизни, которой еще не было, но обязательно будет, что я в таком платье или, ну, вот что-то, да, такое красивое на меня одето в пайетках, такой приглушенный свет, такая немного камерная какая-то такая обстановка, немного зрителей, где-то, ну, может, 50, ну, может, 100 человек, ладно. Играет прекрасная музыка, я на сцене, то есть это моя минусовочка заиграла, да, я на сцене, и вот так вот падает свет, знаете, как бы все темно, падает свет на меня, вот это вот все ой, это не покажу, вот это вот все блестит, ну, покажу попозже, вот это вот все блестит на мне, и я пою какую-то свою песню, и уже голос развела свой до того, что он вообще такой невероятный, у всех реальные мурашки, хотя многие говорят, что мурашки от моих песен, мне это очень приятно, потому что это моя цель, хочу, чтобы у всех были мурашки, когда я пою. Вот, и вот так вот она все нежно мерцает при таком свете, представляете? И вот, не знаю, я вижу вот такое. И вот я иду, и вот все мерцает. Девочки, я люблю пайетки, я не могу мимо них пройти вообще. Каждый мой поход в секонд-хенд — это пайетки. Короче, вот такая майка, пайетки. Раз. Ну и просто бомбическое платье, которое я увидела, я его первое померила, выхожу такой, прям увидела Кристинины глаза, они прям засияли, загорелись, и рядом женщина еще сидела такая, она говорит: ой, ну это прям ваше, вот такое платье, оно просто, видите, оно просто усеяно такими же мелкими пайетками, кстати, только здесь они как-то пошиты, вот в разнобой, да, а здесь они как-то приклеены. И приклеенные, и прошиты, короче, в общем, интересное. Он такое мини-платье, но это вообще конкретно для такого вот образа, который я вам сейчас представила. Вот эта рюшечка мне очень нравится, потому что она еще больше подчеркивает талию. Кстати, вот имейте в виду платьице вот с такими рюшечками, да? То есть оно как бы бедра, вот оно идет от бедра, если, да? Бедро немножко оно раз еще округляет, а здесь вот как бы заужает за счет этого эффекта. Мне вот эта штучка очень нравится. Ну и просто оно мини, без всяких вот здесь вот где-то разрезов, да, нету здесь даже никаких змей, просто оно растянулось, такое повисло на меня. Здесь немножко из чашечки такие, как же я люблю, без всяких вот здесь вот лишних вещей. В общем, оно такое красивое, яркое, я не знаю, я в нем обязательно должна где-нибудь выступить. Я мечтаю об этом. На самом деле это несложно где-то выступить, это вообще несложно. Вопрос в организации и в моей готовности. Вот у меня такое, что я не готова еще как-то вот внутри. Хотя я уже в своей жизни много выступала и много нервничала везде. И я думаю, что я буду продолжать еще нервничать, но как бы я хочу, чтобы сошлись все так условия, что очень мягко и плавно я зашла на сцену. И неважно, какая она, маленькая или большая, а просто я хочу, чтобы была эта атмосфера, было все это, люди кайфанули, я кайфанула, короче, вот так. Немножко голова, кстати, у меня болит. Вот я сейчас разговариваю как раз, да, вы любите такое, чтобы, знаете, меньше монтировать, меньше вырезать, хотя я и так это меньше делаю. Решила, чтобы не пить какие-то лекарства, именно Колдрикс, думаю, может, у меня простудная, но вот прям вот у меня уже 2 часа просто болит голова вот здесь. Вот. А видео снимать надо, для меня болезнь это не проблема, не должна быть проблема. И Еще лекарства я не очень люблю, таблетки всякие пить. Пью всегда все в жидком таком виде. В общем, последняя вещь, которая осталась, это вот такое невероятное нежное платье. В первую очередь оно мне понравилось своим цветом, нежно-розовый такой. А второе, это, конечно же, модель. Модель необычная, она здесь как-то сделана очень интересно. То есть здесь нет края внизу, да? Край, он как-то завернут, и вот здесь вот он на резиночке внизу, ну, на такой легкой сборочке. То есть из-за этого такой эффект интересный получается, знаете, как-то такой воздушный, более воздушный. Ну, здесь все очень просто, такой классика, здесь немножечко такие вот, не знаю, как эти штучки все называются. Ну, в общем, оно очень нежное и простое, легкое, как будто цветочек какой-то нежный. Мне показалось, что и цвет мне идет этот, и фасончик очень идет. Здесь еще, знаете, что есть прорези для того, чтобы, допустим, опоясаться вот так, да. Но не было в комплекте ремня. Не ремня, а вот какой-то, может быть, тесемочки. Но ее можно приобрести, но мне кажется, что оно и так очень хорошо смотрится. Я попробую там потом попозже, может быть, что-нибудь, ленточку какую-то. Но если она не будет очень смотреться, можно и отпороть, и убрать вообще эти штучки. Вот такое вот нежное, красивое платье завершит наше видео. Ну что, мои хорошие, мне кажется, что это видео было интересным, полезным, потому что я здесь немножечко еще раскрыла фишечки. Ведь это способ на самом деле. Если есть у вас такие же проблемы, как и у меня... Не, ну знаете, эта проблема становится... Вот люди, которые любят, да, шопиться, там, покупать что-то. Эта проблема становится тогда, когда деньги уходят, именно реально уходят от вашей цели. Вот. Я думаю, что у меня это не сильная паранойя, конечно, я уже где-то говорила, что никто голодный не сидит, никто ни в чем себе не отказывает, да, вот, но я больше смотрю из таких более нерациональных каких-то вещей, эти вещи копятся, их много-много, и почему-то они как-то вот, ну, не надоедают, их хочется все больше и больше, я вот чисто рационально так смотрю и думаю, что за фигня, это что-то ненормально. И хочется, чтобы оно осталось, и ты вроде думаешь, что ты когда-нибудь это оденешь обязательно, и отдавать никому не хочется, пока ты еще это не носил, не одел. Может, какой-то образ нужно сделать. Вообще я заметила, что у меня с вещами так еще бывает, что я, допустим, то есть мне нужно эту вещь использовать как-то. Вот, например, платье, да, я в нем должна куда-то сходить обязательно, да, то есть в какое-то красивое место, пофотографироваться, запечатлеть. Ну, может быть, раз можно, может быть, два, там где-то фотосессия какая-то. Ну, то есть оно должно быть актуально один или два раза хотя бы. И потом, если оно будет уже лежать, то я могу его смело кому-то отдавать, уже вот как-то не жалко. Если вещь еще лежит не использована, она, конечно, вряд ли я ее кому-то отдам, я ее обязательно использую. В общем, странный этот момент, я понимаю, что это немного ненормально, брать так вещи, как я их беру, но я люблю. И почему я еще не очень хотела переходить на бренды, как я вам говорила, да? Именно потому что боюсь, что это продолжится, и высокие цены меня не остановят. То есть я начну брать, ну вот как с кроссовками, пожалуйста. Я начала брать эти кроссовки, все, мне теперь надо. Мне надо такой цвет, такой, под такую одежду, под такую. У меня не должно быть одних кроссовок. В общем, секонд-хенд я люблю, он не бьет по карману, а радует всякими приколюшками интересными, поэтому всем тоже рекомендую, кто еще не был, обязательно сходите, не стесняйтесь. Кстати, недавно я увидела, вот хотела этот момент осветить в видео, что зашла девушка с ребенком, пока я там тоже лазила, что-то смотрела, заходит девушка с ребенком, такая яркая, я сразу окинула ее образ, она одета вообще в каких-то эксклюзивчиках, которых я не видела. Ну, знаете, когда мы, извините, блогеры, да, постоянно штудируем все эти интернет-магазины, видим и предлагают сотрудничество всякое, то есть ты уже видишь, что где и продают. Ты всегда обращаешь внимание на то, что ты, о, это необычный сайтик, да, вот здесь наконец-таки какой-то эксклюзивчик. Или китайские, например, сайты все подряд, которые ты уже знаешь, что там продают, там примерно продают все одно и то же. И когда ты видишь человека, как он одет, ты, естественно, можешь оценить, он одет, каких вещей много найти, да, ничего эксклюзивного, либо ты видишь человека одет и думаешь, где он это взял, вот где он это купил, потому что ты этого не видел. И вот зашла такая девушка, она яркая, ухоженная, блондинка, длинные волосы, худенькая, красивая прям, и вот одета прям, у нее курточка какая-то необычная, там вот была прям стильная еще, то есть, ну, видно, что не с рынка на самом деле одета, очень красиво одета. Даже какие-то брендовые сапоги были, конечно, может, это залипуха, а может и нет, да, ну, то есть, короче, увидела, что человек очень хорошо одет, с ребенком, зашла в секонд-хенд, где распродажа была 500 рублей. И она не так, что, знаете, зашла, глянула, нет, она начала смотреть что-то и так далее. Я думаю, вот, молодец, девчонка. Чупа, вещь, она и есть вещь, это клево, это расслабон, когда ты можешь одеть платье с секонд-хенд и лабутены. Мне кажется, это, ну, это, может, где-то в какой-то степени провокационно. Но вообще, да, клево это, расслабуха, никаких заморочек, это круто. Я вам желаю. Поэтому, если кто-то стесняется зайти в секонд-хенд, что-то выбрать там, и как-то брезгует, может. Не, если брезгуют, это может быть другой какой-то момент, да, там все-таки это не новая вещь, где она была, неизвестно, да, поэтому я как следует стираю все эти вещи, прежде чем их носить. Ладно, надеюсь, мое видео было и для вас полезным, и интересным, так же, как и для меня. Если так, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. И я прощаюсь с вами до следующего видео.